В администрации Саратова прошел закрытый конкурсный отбор кандидатов на должность сити-менеджера областного центра. На освободившуюся должность заявились только два претендента – исполняющий обязанности главы администрации Саратова Валерий Сараев и глава администрации Кировского района Сергей Бровкин. После пятиминутного тайного собеседования один из кандидатов готов был озвучить свои предложения по развитию города и начал о наболевшем. На сегодняшний день мы все знаем прекрасно, в каких тяжелых бюджетных условиях мы работаем. Есть определенные проблемы недофинансирования ряда направлений, но, тем не менее, задача городской власти, несмотря ни на какие трудности, решать проблемы жителей города, потому что говорить и ссылаться только на проблемы финансовые, наверное, не очень конструктивно. Проблем достаточно много, в первую очередь, это, конечно же, благоустройство. Есть проблемы такие, в общем-то, назовем их локальные, но они влияют на жизнеобеспеченность всего города. Это, конечно же, проблема водоканала. Все мы прекрасно знаем изношенность сетей, которые там есть. Все мы знаем их финансовые проблемы. Поэтому сейчас вот одним из выходов из данной проблемы является концессия. Второй кандидат Валерий Сараев прокомментировал свою непродолжительную встречу с комиссией. Члены комиссии задавали вопрос о состоянии городского хозяйства, состоянии водоканала, дорог, состоянии объектов социальной сферы, строительства школ, детских садов. В рамках своих полномочий и обязательств я отдал ответы, которые устроили, наверное, комиссию. Известно, что для создания видимости выбора необходимо хотя бы два кандидата, один из которых и составил конкурс уже очевидному сити-менеджеру. По мнению многих, главой администрации станет Валерий Сараев, но это уже официально решится на ближайшем заседании городской думы. Валерия Павелко, Анатолий Милосердов, «Открытый канал».